От стартов надежд к олимпийским победам. 22 августа мероприятие, организованное на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна», что в Одесском районе, посетил министр спорта Омской области Александр Фабрициус. Для 150 детей, собравшихся в лагере на специализированную смену, этот день стал особенным. Увлекательная стрельба в передвижном пневматире, привезенном специально для ребят из Омска, и особый восторг – заезды на картах. Олеся, расскажи, пожалуйста, ты сейчас проехалась, тебе понравилось? Да, очень. А расскажи, как это было? Едешь и рулишь. Здорово. На стадионе «Солнечной поляны» прошла матчевая встреча по футболу между сборными командами лагеря и регионального министерства. Удовольствие от игры получили все. Ну, смена это у нас особенная. У нас смена для детей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. И смена это направлена на спортивно-туристическое. У нас в лагере сейчас проходит туристический слет, у нас прошли Олимпийские игры. Детки много готовились, они стремились, они очень хотели, чтобы именно медали и кубки, которые они заработали, победителем стали пятиборья малых Олимпийских игр, чтобы им вручил именно министр. Для них это очень важное событие в их жизни. Два тайма увлекательных футбольных баталий и завершился товарищеский матч победы детей из лагеря 3-1. Самое лучшее впечатление. Гордость, то, что сыграли с такой командой. То, что выиграли, радостно. Ну все хорошо, все понравилось. А специально как-то готовились к этой встрече, ждали? Ну, конечно, ждали. Тренировались. Каждый день тренировки у нас были. У нас на нашем южном краю, будем так говорить, Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский район, один лагерь, который здесь есть, поэтому огромное количество детей в количестве 600 человек отдыхает за лето, поэтому приехали посмотреть, привезли сюда небольшие аттракционы, это пневматир, картинг, велосипеды для того, чтобы ребята посоревновались. Ну и провели вот матчевую встречу по футболу. Ну, надеюсь, что ребятам понравилось. Думаю, что покатались довольные. А сейчас подведем итоги, наградим медалями, кубками. Ну и думаю, что такие выезды будут теперь регулярными, где будем совмещать не только работу, но и молодежную политику, спорт, чтобы ребята понимали, что мы тоже руководители, такие же спортсмены, как они, были в лагерях. И наравне с ними живем и, будем говорить, живем их целями, задачами и их чаяниями, которыми у них есть. Участникам встречи со стороны «Солнечной поляны» вручили грамоты и ценные подарки. Свои призы получили и победители гонок на картах и стрельбы в тире. Юных спортсменов награждали министр спорта Омской области Александр Фабрициус и глава Одесского муниципального района Валерий Корнейчик. Ежегодно в лагере «Солнечная поляна» отдыхают более 100 подростков региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В лагере реализуются специальные программы, интересные для подросткового возраста, спортивной, военно-патриотической, гражданско-правовой направленностей.